хочу. Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. И Хаммер, и тут Михра с кем еще? Ну ладно, потом посмотрим в пятницу вечером. Мы продолжаем играть на сервере Butterbuild. Я пошел в ад. И Хаммер пошел в ад, и я продолжаю что-нибудь да построим мы сейчас. Так. Нам нужно что-то построить. Вот все такое сложное, я даже не знаю, уважаемые зрители. Вы знаете, что... Так. Давайте-ка, может быть, сам ассемблер машин построить? Я не знаю, может, нужно тоже электричество. Им же тоже нужно электричество. Силикон какой-то, карбон. Что-то мне уже это не хочется. Вообще генератор хочется. Генератор у нас есть. Ну понятно, но мы в пятницу его. Мы не, до пятницы не будем смотреть. Так. Давайте я покручу, подумаю. Сделать генератор. Ну, даже если в пятницу мы возьмем генератор, у нас будет два. А это не лишнее, потому что можно сделать геотермальный потом генератор из генератора. Но мы должны сделать генератор все равно. А я его не могу, потому что я не знаю почему. Там... Сталь. Почему же сталь как-то просто... Ну, не то, что просто не добывается. Добывается как-то вообще ужасно, как сталь-то. А что-то варп это не узнает эту команду. А у них, может, все поменялось? Ну, варп будет... Причем Саша Танкер сказал, что варпы будут в ад. Я знаю. В ад. Ну, я вам скажу, вам Хаммер без разницы, где в аду убивать кого-то или в обычном. Здесь вот. Блин, никого нету. На поверхности я имею в виду. Я хотел поубивать. Не, вы не думайте, Хаммер, он в жизни очень, очень миролюбивый мальчик. Это он в игре всех хочет повипишиться, в общем, так. Нет, уважаемые подписчики, я все-таки нужно генератор сделать. Все-таки мне надо понять, как сделать сталь. Че-то я... Никого нету. Че ж такое-то? А ты в чат напиши, кто хочет повипишиться в ад. Подожди, ад это место, где... Включено ПВП, удачи вам. Режим ПВП включен в аду, следи за собой, будь осторожен. Да. Что написать ты говоришь? В чат напиши, кто хочет по PvP, кто хочет PvP, все в ад, вот так. А если с восклицательным знаком писать или все равно? А там, а в смысле, да, по-моему, для всех пишется, я не знаю. Блин, а вдруг там этот Зеро придет на броне и все? Ну извини, а что я могу сделать? А что, ну как-то по два? Так. Я спрашиваю. Все-таки, уважаемые подписчики, я буду... Ой, нет, не сломал? Нет? Фух. А что, ну как-то так? А что? А что, ну не стакается? Что-то какой-то... Извините... Глючок. Я так вам скажу. Какой-то глючок произошел. Давайте еще заправим. А, нет, давайте. Золото нам не очень пока нужно вот так вот. Тут уж кто-то есть. Я не знаю. Вот можно было, чтобы кто-то пришел и крутил эту ручку. Допустим, ребята все пришли и крутят ручку. Я бы был благодарен. Ну, чтобы в приват не включать, но вроде как человек может ручку крутить. Не знаю. Так, хорошо, давайте все-таки будем что-то сделать. Генератор. Он у нас делается так или он у нас делается так? Это я уже посмотрел, что оно делается так, и поэтому это нас ни к чему не приводит. А приводит нас лишь... О,
Вот к этой Вот я так и схеме. знал. Вот. Там у Хаммера PvP происходит. Он мне зелье сил второго уровня дал. Да, вот там человек в нано-броне уже. Конечно, он Хаммера побьет, но Хаммер хочет там бегать, пожалуйста. Так. Ах, А я жесть. спрошу, так. Стальная фиговина. Как же ты делаешься? Давайте-ка начнем с малого. Давайте сделаем батарейку. Давайте сделаем батарейку. И батарейка у нас делается так, у нас делается так, у нас делается так. Ой. У нас делается так. У нас делается и так. Так, это из тина, да? Тина. А что, почему там за такие... Почему там такие штучки? Так, это... Ага. Нет, это же... Вот это вот... Чего это? Вот это... Это из тина. Из тина делается штучка. А смысл мне делать их... Смысл мне делать батарейку из этих штучек, когда я могу сделать вот из этих? Что-то я не понимаю смысла. То есть я из этих вот буду делать. Так. То есть нам нужен кабель. Эти самые... Как они? Что, они, главное, есть маленькие, а есть большие. Большие, понятно, что так делается. А маленькие... Ты чихнул? Кашлянул? Хамид, ты чихнул, кашлянул или что-то сделал? Кашлянул? Кашлянул. Ну, хорошо, не болей. Так, Да нет. что-то я опять это самое за... Ой, я же батарейку хотел взять. Так, а маленькая делается... О, а маленькая делается в какой-то... какой-то машинке. В такой машинке. Металлформер. Угу. Вы знаете, я пока, как говорится, этим молоточком. Начнем с малого. Я буду молоточком. Значит, нам нужно 4 пластинки. Мы берем молоточек. Мы берем пла... Ой-ой. Такое сделал. Смотри, что сделал. Ты что сделал, а? Не Ты понял. что сделал? Я сум... Я сундук повернул. Ты Ребят, что сделал, а? я не хотел. А что он? Сундук поворачивает. Ты что сделал? А как мне... Эй! Ребята, как мне обратно сундук повернуть? Ой. Хелп, я сундук поворачиваю. Ребята, как мне сундук повернуть? Ребята, о. Что там, короче, ладно, все, я кверх ногами сундук. Я не знал, что... Он, конечно, странно как-то. Что-то, в общем, А мне ладно. интересно. Не хочу я сундук больше поворачивать, я не знал об этом. А, тин у нас есть. Так. Довольно-таки много у нас тина. В отличие от железа. И мы берем молоточек, берем раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Шандерех. Так. Теперь чем мы берем. Раз, два, два пыли. А, так. А, я разогнался, стоп. У нас же нету... О, нам нужно же резина. Двоих Ой. убил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нам нужна резина и кабель. Ну, кабель я, допустим, сделаю сейчас.
А нужна резина. О, нам нужен вот что, экстрактор, наверное. Резина. Так. А может быть в печке делается резина? Знаете, я подзабыл немножко. Написано экстрактор. То есть вот что нам нужно первоочередное. Так. То есть получается нам нужен экстрактор. Ну давайте сейчас сделаем хотя бы кабель один. Че он делается? Какие-то. Ага, три железных пластинки и железо. Хорошо, делаем три железных пластинки и железо. Радуешься каждой фиговине, а? Кусачки. Теперь. А что я хотел? А. Подождите. Делаем кусачки. Ой, подождите. Пластинки надо нам. То есть делаем пластинку. То есть опять делаем молоточек, делаем так. Делаем так. Так, куда я нажал? Делаем так. Хотя я правильно нажимал на shift, по-моему. Теперь делаем кусачки, делаем пластинку. И та-дам! У нас есть кабель. Какое-то мучение для тех ребят, я вам скажу. Но, тем и интересней. Хотя, конечно, мучиться не хочется. Так, у нас есть это, у нас есть это, у нас есть все такое, но у нас нету резины. Во-первых, во-первых, я посажу резину. А, у нас есть резиновое дерево. Мне надо крантик, крантик, крантик. Так, срочно крантик. Спасите, крантик, help. Так. Он же из палочек делается. Так как сторона открывается. Надо его переделать. Потом. Так, вот здесь. Вот, из палочек. Или не из палочек? Не-не-не, он же не из палочек делается. Каких палочек? Какие тут палочки? Он делается из дерева, во-первых. Ну, наверное. Или вы опять поменяли крафт этого, как сказать, краника? Нет, не поменяли. Спасибо вам большое. Вы не поменяли крафт краника. Надо же. Вот у нас как раз тут выросли деревья. Подождите, это резиновые деревья? М? Не знаешь? А, резиновые. Вот тут резиновые деревья. Бульк. Ура, у нас есть. У нас. А, вот это же можно пережарить. Вот у нас и будет резина. Вот. Куда он делся? Не жарится. Что ж ты будешь делать-то? Подождите, стойте, стойте, мне надо выйти. Так. Она получается из этого, она получается из этого, она получается из этого. Она получается из этого. Хорошо. Она используется в тихой резиновой изолента. А,
Анда в экстракторе. Да, ребятушки, нам нужно делать экстрактор, и я боюсь его смотреть. Папа, а мы будем когда-нибудь делать вот эту нано-броню? Мы будем когда-нибудь делать нано-броню. Ну, я посмотрел, я сам удивился, а как ее сделать? Да я тебя понимаю, там это полный... Ё-моё, какие-то колбочки, какой-то... Полный трандадусь. О, Господи. А как леталка делается? Так, ладно, я не буду пока... А вот вообще-то... О, давайте посадим деревце. Папа, а может нам подарят подписчики? Эту, как его... Нано броню. Нет, подписчиков ты специально не просишь, а просто дарили. Да я не прошу, они же сами дают. Я, говорит, не прошу, но может, говорит, нам подписчики подарят. Я не прошу, говорит. Нет, специально не проси ребят, потому что кто сам по своей инициативе что-то дарит, это одно. А просить как бы это не надо, это надо самим. Я понимаю, что ты хочешь, такая кнопка. Такая, заходишь в Майнкрафт, такая красная большая кнопка, но нажимаешь, у тебя есть все. И построилось. И ты выходишь из Майнкрафта и больше в него не играешь. Да, я понимаю тебя, да, это ты так хочешь, наверное. Мы про это с тобой уже 100 раз говорили. Зачем ты играешь в Майнкрафт? Ну ты-то понятно, ты выпиливаешь. А все, что касается крафта, ты хочешь, чтобы была большая жирная красная кнопка, на которую нажимаешь, и у тебя все появляется. Поэтому... Подожди, у меня есть одна идея. Вот будет пятница, ну, по нашему это сегодня, а по... У зрителей, когда будет пятница, вечер, мы откроем сундук... Кто там мясо сыпет? С подарками. Ты там что-нибудь себе возьмешь. Так. Я еще посажу резиновое дерево. Ну, человечка! А если у нас резиновое дерево... В сундучке, по-моему, есть. Надо человечка Зорро как-нибудь. А, нет, у нас есть в том сундуке. Убить, но... Зелёное его... дерево. А давайте лаймовое посадим. Желтое дерево. Не знаю, давайте лаймовое. Лаймовое посадим. Лай-лай-лай-лай. Интересно, что из цветного дерева делается? А, там краситель делается. Что-то кто-то дерево не дорубил. Это не ты не дорубил? А кто? А кто мог, кроме нас, не дорубить, да? Ага. Барабашка? Может, это я не дорубил? Так. Ой, не туда. Так. Я хотел посмотреть с ужасом для себя. У нас осталось 2 минуты, и давайте посмотрим, как делается все-таки... Я понял, что вам первоочередное для нас нужно. Это экстрактор. Это экстрактор. Так. Я не знаю, сюда ложить мне эти или не сюда. Кабеля. А, вообще-то же, это же, тут же у нас только руда. Давайте нитки, отвертки, палочки, ведро. Вот так вот. Все остальное у нас будет в разных. Палочки, отвертки, ведро, нитки, кабель, плоскогубцы. Я не знаю, молоток сюда ложить. Давайте молоток сюда положим, потому что он, так скажем, в крафте используется. Плитки. Вот так вот сюда все это положим. Крантик. Хотя это в инструментах, конечно, но пусть это здесь будет. Потому что здесь у нас больше не столько инструменты, сколько у нас здесь... Военное. Зелье силы. Ладно, зелье силы. Силы пусть здесь, ладно, будет. Ну это же, папа, да. А можно я буду заниматься зельями? Пожалуйста. О, давайте сделаем зелье варенье, хотел сказать. Зелье варенье. Подожди. И будем всех нагибать. Зелье варенье. А как делается вот этот варочный станок? Я тебе и хотел сказать. А надо его поискать. Так, давай, давайте посмотрим, я сейчас осталось... У нас уже ничего не осталось. Ну, ладно, все. Всем так. А, он легко делает.
Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В следующей серии мы посмотрим, как делается зелье в выращенный стол. Вот, я нашел. Да, мы посмотрим. И экстрактор. Я надеюсь, он не настолько зубодробительно делается, потому что экстрактор, я понял, нужно нам в первую очередь. Ну, мне так кажется. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.